пастор, это был проповедник, это был отец нескольких детей, который рассказывал мне жутчайшие вещи. А потом говорит, что мне теперь делать. Я вижу, как мои дети занимаются самоудовлетворением. Сказала, это ваша жатва, но это только начало жатвы. Жажду освобождения из этого религиозного пленения. Его название от содержания весьма далеко. Как юг от севера, словно запад от востока. Начало 90-х, эра пробуждения. Миллионы случаев духовного рождения. С той поры минуло не одно десятилетие. Где былое возрождение, преображение? Куда подевались эти сотни людей, которых видел на фото? Возле дома культуры, подле центрального входа. Святой остаток здесь томится, почему-то как душа праведного лота. Однокоренные слова «раб и работа» означают, что для каждого найдется забота. Обрабатывать духовное болото на своей воле – табу для святого робота. С кислыми минами петь о радостной вести, имея незаконно рожденных учить от чести. О целомудрии пусть не говорят анонисты, не каждый выходящий за кафедры чистый. Я написал это тебе, ханжа, тебе некуда скрыться, некуда бежать. Я написал это волкам в одеянии овец. В судный день сорвутся маски благочестия с лиц. Я написал это тебе, ханжа, тебе некуда скрыться, некуда бежать. Я написал это волкам в одеянии овец. В судный день сорвутся маски благочестия с лиц. Проповедники сказали, чтобы я распял мое большое я, используя стихи Евангелия. Вы говорите, церковь одна семья, почему в ней жизнь у каждого своя? Авторитарный режим и его эго, смесь авторитета лидеров и заповедей Бога. Отношение к черне строго, к своей родне лояльнее намного. Местописания похожи на нитки, благодаря которым двигаются марионетки. Свободу праведных людей продолжают умножать на ноль деноминационный контроль. Дело Бога не разрушит никакая помеха. Почему же ваши планы зачастую без успеха? Может, ухо пастуха давно глухо к нежному зову Святого Духа? Я написал это тебе, ханжа, тебе некуда скрыться, некуда бежать. Я написал это волкам в одеянии овец. В судный день сорвутся маски благочестия с лиц. Я написал это тебе, ханжа, тебе некуда скрыться, некуда бежать. Я написал это волкам в одеянии овец. В судный день сорвутся маски благочестия с лиц. Я написал это тебе, ханжа, тебе некуда скрыться, некуда бежать. Я написал это волкам в одеянии овец. В судный день сорвутся маски благочестия с лиц. А мальчики мне рассказывают, а я нашел у папи очень старательно припрятанную порнографию. Знал, куда он ее прячет. И когда он уходил, я ее рассматривал и разжигался. Вот так я научился самоудовлетворению. Другие говорят иное. А я увидел однажды вечером, что комната-спальня на моих родителей закрыта. Посмотрел в щелочку, мама спит, а папы нет. Я пошел туда, где стоит наш компьютер. Тихонько-тихонько открыл дверь и увидел, как папа, который проповедует в нашей церкви, смотрит жутчайшую порнографию.